Меня зовут Лиэн Грейсон, и я из Висконсина. Если вы выберете меня, он с тобой. Кто? Ваш сын будет в ответственных, добродетельных руках. Они забрали Джерику. Лиэн Грейсон пропала без вести 5 дней назад. Лиэн, если ты смотришь, возвращайся домой. Зачем вы ищете этого ребенка? Он стал частью нашей семьи. Он никогда не был вашим. Если найдем Лиэн, она приведет нас к Джерику. Она вам не милое дитя. Почему не сказали ей, что она сделала? Это камера? Нужно как-то себя защитить. Они следили за нами. Что им от нас нужно? Пойми, наконец, ради Джерико, я на все готова пойти, на все. Мы висим на волоске. Ее присутствие как инфекция. Она заразна. Она должна за все ответить. У нас мало времени. Ты умрешь за него. Я же его мама. Не знаю, почему я творю зло. Дороги! Чувствую, во мне растет что-то зловещее. Так ведь нельзя! Можно. Еще как можно. Если вы выберете меня, ваш сын будет в ответственных, добродетельных руках.